Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Шедловский. Я представляю международное молитвенное движение под названием «Движение искателей Бога». Сегодня мы поговорим о 10 причинах, почему каждому христианину важно молиться за Израиль, за евреев. А начнем мы со слов апостола Павла, который сказал в своем послании к римлянам, 10 главе, 1 стихе: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Вместе с апостолом Павлом мы можем молиться за Израиль, и я верю, что это желание апостола станет и нашим желанием после того, когда мы услышим 10 библейских причин, которые являются основанием и мотивацией для всякой молитвы за Израиль. Итак, давайте начнем. Первой причиной, почему каждому христианину важно молиться за Израиль, является то, что это повеление Господа Бога. Оно красной линией проходит по всей Библии, но, например, давайте прочитаем с вами Псалом 121, 6 стих. «Просите мира Иерусалиму». Написано там. Эта просьба, она, как я уже сказал, прослеживается по всей Библии, и в ней мы можем увидеть только просьба каких-то евреев молиться за своих собратьев, иноплеменников, евреев. Но если мы с вами знаем, что Библия – это Слово Божье, а не просто культурная книга Израиля, то за этим повелением стоит что-то большее, чем просто национальная любовь Израиля к самому себе. Здесь стоит повеление Господа Бога. Даже если бы не было ни одной другой причины молиться за Израиль, кроме того, что этого желал бы сам Господь Бог, этого было бы для нас достаточно. Ведь когда мы с вами знаем Бога, и когда Он не только наш Спаситель, но и наш Господь, мы хотим повиноваться Ему. И поэтому давайте молиться за Израиль просто потому, что это Его воля, выраженная в Его Слове. Второй причиной, почему важно каждому из нас молиться за Израиль, потому что это одно из условий возвращения Иисуса Христа, возвращения Иешуа, одно из условий Его второго пришествия. Иешуа сказал, Иисус Христос обещал, что Он вернется второй раз только тогда, когда Израиль воскликнет Его имя. Об этом написано в Матфея 23:19. «Ибо сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Матфея 23:39, извините. И когда мы с вами видим в Божьем Слове, что Иешуа вернется только тогда, когда Израиль воскликнет «Благословен грядущий во имя Господне», то есть «Благословен Иисус Христос», то, конечно же, нам важно, чтобы весь Израиль принял Иешуа своим личным Господом и Спасителем и обратился к Богу своему, Богу Израиля, причем обратился к Нему весь. Давайте молиться об этом. И пусть Иисус придет скорее для того, чтобы всех Он нас забрал с собой на небеса. Третьей причиной молитвы за Израиль является то, что в ней, в этой молитве, выражается заповедь любви. Вы помните, конечно же, 1 Коринфянам 13 глава, глава о любви, где написано, что без любви все остальное пусто и не имеет никакого смысла. Также, конечно же, вы помните, что в первом послании Иоанна 4:21 написано, что мы имеем от Иисуса такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И, конечно, вы помните Галатам 6:2, где написано «носите бремена друг друга». Когда мы с вами молимся за Израиль, мы с вами носим бремена друг друга. Мы исполняем заповедь любви. Ты проявляешь доброту и выражаешь любящее сердце своего небесного Отца.
Будь добрым, будь любящим, молись за Израиль. Четвертой причиной является то, что молитва за Израиль – это пророческое действие, которое говорит о единстве Церкви и Израиля в Иешуа, о единстве всех народов в Иешуа. Например, в Ефесянам 2, 16-17 сказано, что Иисус упражнил вражду плоти своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Христос умер, чтобы не было вражды между народами, и тем более, чтобы не было вражды между народами и Израилем, тем более между христианами и Израилем, Божьими детьми и народом Его. Поэтому, когда мы с вами молимся, мы осуществляем пророческое действие и показываем, что во Христе мы одно, мы все едины. Пятой причиной молитвы за Израиль является то, что, благословляя Израиль, мы, по сути, благословляем самих себя. Я думаю, что многие из вас ожидали этого пункта и верят в него всем своим сердцем. В Бытие 12:3 написано: «Благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Всем племенам земным обещано благословение, при условии, что они благословят Израиль. Когда ты благословляешь Израиль, ты благословляешь свой народ, благословляешь свой дом, благословляешь свою семью, себя самого. Благословляй Израиль, чтобы Бог благословил тебя. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Будешь щедро сеять доброту и любовь, проявленную к Израилю. Бог щедро благословит этим же самым тебя. И я убежден, что именно так с тобой и будет. Божье благословение на тебе, и оно приумножается. Шестая причина, почему каждому христианину важно молиться за Израиль, заключается в том, что когда мы молимся за Израиль, мы применяем свою веру в действии. Молитва – это выражение определенной веры, выражение определенного понимания. Как и написано, например, Иакова 2:26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва». Когда ты веришь, что Израиль – это Божий народ, когда ты веришь во все вышеназванные пункты, те пункты, которые будут еще ниже, когда ты веришь в то, что Бог любит всех, и в том числе Израиль, или лучше сказать, во-первых, Израиль и все народы, то, конечно же, это твоя вера должна выражаться в каком-то действии. И это действие первое является молитвой. И я убежден, что на молитве все не остановится, потому что обычно, и знаю это из личного опыта, когда ты за кого-то молишься, ты начинаешь с ним соединяться и чувствовать к этому человеку или народу что-то особенное. И, несомненно, это особенное чувство, оно выльется еще в какие-то добрые дела. И таким образом, обычно те, кто молится за кого-то, зачастую сами становятся ответом на свои собственные молитвы, ответом через добрые дела. Поэтому важно, чтобы все молились за Израиль, потому что в результате все начнут делать Израилю добро. Тот, кто за кого-то молится и молится искренне, никогда не будет ему желать зла и никогда не сделает ему зла. Важно, чтобы все молились за Израиль. Это наша вера в действии, вера в Бога, вера в любовь, вера в Израиль. Седьмая причина, почему важно всем нам молиться за Израиль, потому что это признание, наше признание Божьего плана спасения. Например, мы с вами знаем, что у Бога есть план спасти весь мир. Когда Иешуа пришел на эту землю и умер за нас,
Его план вступил в действие, но он продолжает разворачиваться. На этом все не остановилось, и Божьи планы спасения будут разворачиваться до самого возвращения Иисуса Христа второй раз, и только с Его вторым пришествием они завершатся полностью. Так вот, что говорит Божье Слово о плане спасения для Израиля. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Итак, Евангелие есть сила Божья ко спасению, во-первых, иудею, во-вторых, еллину. Это Божье Слово. Мы уже говорили выше, мы слушаемся Его, и поэтому молимся, чтобы это спасение, во-первых, иудеев, во-вторых, еллинов, осуществилось. Молимся, во-вторых, действуем, проповедуем Евангелие добрыми делами и добрыми словами, радостной вестью, которую мы несем всем. Итак, это была седьмая причина молитвы за Израиль, что мы признаем Божий план спасения, который включает в себя проповедь Евангелия и молитву за, во-первых, иудея, во-вторых, еллина. Восьмая причина, почему важно всем христианам молиться за Израиль, заключается в том, что мы с вами все, из каких бы народов мы ни были, по сути являемся евреями. Не только по духу, но мы с вами знаем, что когда кто-то начинает делать анализ ДНК, он обнаруживает, что в его ДНК присутствуют какие-то элементы ДНК многих народов. И, наверное, нет на этой земле ни одного человека, у которого было бы ДНК, которая абсолютно чистая и представляющая только одну нацию. Где-то в поколениях, конечно же, происходили какие-то смешения, миксы. И поэтому я думаю, что даже у тех, кто не подозревает, может быть, какая-то часть, какой-то процент ДНК еврея. Может быть, не всем это понравится мысль, но тем не менее это правда. Но мало того, что у каждого из нас, вероятно, есть какой-то процент ДНК Израиля, которые корнями уходят куда-то в поколение, так еще мы с вами все евреи по духу. Мы все Израиль в духе, Израиль духовный. Об этом написано в послании к Римлянам, 4 главе, с 11 по 12 стих. 11 стих говорит: «И знак обрезания он, Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезаний, так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезаний». Итак, всякий верующий в Бога, всякий верующий в Божье Слово, всякий верующий Аврааму и всем библейским героям, по сути, является сыном Авраама, который был евреем. Мы все дети Авраама, а значит, по сути, мы все евреи, потому что Авраам был еврей. И мы с вами дети Авраама, поэтому по духу, через веру мы все духовные дети Авраама. Девятая причина, почему важно молиться за Израиль, потому что это выражение нашей благодарности. В Божьем Слове много написано о благодарном сердце. Например, в Филиппийцам 4:18 написано: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Если подумать, а за что каждый христианин может быть благодарен Израилю? Во-первых, за то, что у нас есть Библия, Слово Божье. Во-вторых, за то, что у нас есть все эти библейские герои, описанные в Библии, большинство из которых были евреи. В-третьих, потому что Иисус Христос и Иешуа – еврей по плоти. И, конечно же, потому что через Израиль Бог открылся всем народам.
И было время, когда только один народ на земле верил в единого Бога. Все остальные поклонялись идолам и лжебогам. И этот маленький народ принес эту большую веру в большого Бога всем. Как не сказать спасибо своей молитвой? Когда ты молишься за Израиль, ты выражаешь благодарность. Ефесянам 2:12-13 говорит нам, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ну как не поблагодарить за то, что мы были безбожники и были далеко от Бога, а теперь стали близки к Нему кровью Христовой. Были далеки от обетований Божьих, а теперь и мы претендуем на них и ожидаем их исполнения. Спасибо. Спасибо, Боже. Спасибо, Израиль. Да будь благословен, Иерусалим. Мир тебе, Иерусалим. 10 причиной, почему важно каждому христианину молиться за Израиль, является то, что это наше служение как христиан. У каждого из нас есть призвание, у каждого из нас есть предназначение, определенные дары, таланты, потенциал, который мы используем для того, чтобы им прославить Бога и послужить Ему. Но когда мы с вами служим Господу, Богу нашему, одним из элементов нашего служения является молитва за Израиль. И неважно, к чему мы призваны. Кто-то призван быть пастырем, евангелистом, учителем, пророком, апостолом. Кто-то призван заниматься благотворительностью или Богу петь, или делать что-то еще, что угодно. Но как бы там ни было, по всем вышеназванным причинам, частью служения каждого христианина является молитва за Израиль. Написано в книге пророка Исаии, 62 главе, 6 и 7 стихах. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». С одной стороны, на стенах Иерусалима должны стоять евреи, обращенные лицом наружу и молиться за народы. С другой стороны, на стене Иерусалима должны стоять неевреи, обращенные лицом внутрь стен к Израилю, благословляя Израиль. На стенах Бог поставил сторожей, чтобы они благословляли Израиль. Ты один из этих стражей. Я один из этих стражей. Бог призвал нас. В завершение, мои дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что Бог отвечает на молитвы. В Иеремии 33:3 Он сказал: «Воззови ко Мне, и Я отвечу, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Если кого-то что-то смущает из того, о чем мы говорили сегодня, и вы чувствуете несогласие и некое сопротивление в этой мысли, чтобы молиться за Израиль, спросите Бога, и Он покажет вам что-то великое и, может быть, недоступное сегодня. Если вы искренне перед Господом Богом, то вы можете помолиться Ему такой молитвой. «Господи, я не согласен с этим проповедником, и я не думаю, что я должен молиться за Израиль. Пусть может молиться кто-нибудь, но чтобы все христиане были призваны хоть в какой-то степени молиться за Израиль, я не согласен. Но я прошу тебя, Бог, если я чего-то не понимаю, открой мне, пожалуйста, потому что я бы хотел знать твое сердце и обо всем думать так, как думаешь ты. Боже, покажи мне твой взгляд на Израиля. Я хочу знать лишь волю твою». Помолитесь такой молитвой и отдайте это Богу. А там в свободе, пусть Бог покажет вам то, что Он сам желает. Я верю, что вы услышите от Господа что-то новое и что-то неожиданное. А самое главное, чтобы это открыл
Господь. Мы с вами знаем, что если сам Бог нам что-то не откроет, то нам никогда это не будет открыто. И поэтому никогда нельзя никому навязывать какие-то откровения, ведь если Дух Святой не откроет, то не откроет никто. Нельзя навязывать молитву за Израиля, нельзя навязывать служение Израилю, и нельзя навязывать Иешуа Израилю, потому что, напомню вам слова апостола Иисуса Христа апостолу Петру. Он сказал ему, когда тот сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Христос ответил ему: «Не кровь и плоть открыли тебе это, но Дух Отца Моего, Отец Мой, Который на небесах», сказал это Иешуа. Если Отец не откроет, если Дух Святой не откроет, никто не откроет. Вот почему нужно прежде всего молиться. Вот почему нужно идти к Господу, потому что только Он один может открывать сердца неевреев, молиться за евреев и служить евреям, а сердца евреев Он может открыть христианам и, самое главное, ко Христу, которому христиане поклоняются как Богу во плоти и за которым они следуют. Итак, мои дорогие, спасибо большое, что вы просмотрели это видео. И в завершение давайте вместе помолимся за Израиля. Я чувствую Божье присутствие, я чувствую, что Дух Святой сейчас здесь. Я верю, что этот Дух Святой касается сейчас и вас, там, где вы находитесь в этот самый момент. И давайте вместе придем к Богу и помолимся, благословим народ Божий. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе все вместе, и мы просим Тебя, благослови Израиля. Мы благословляем Израиль на спасение, на познание Бога своего. Мы благословляем Израиль на веру и познание Господа. Мы благословляем Израиль на принятие Иешуа своим личным Господом и Спасителем, а также желаем Израилю мира, желаем Израилю спасения, защиты ото всех врагов. Боже, мы молимся Тебе, чтобы та вражда, которую Ты на кресте устранил плотью своей, исчезла прямо сейчас, в нашем поколении, и чтобы этот мир, за который Ты отдал жизнь, пришел между всеми нами, не евреями и евреями. Боже, мы каемся перед Тобой за все грехи, которые были сделаны против Израиля различными народами, и в том числе, или, во-первых, церковью. Прости нас, Господи. И пусть наша молитва будет частью искупления и исправления этих грехов. Молимся, Господь, чтобы Ты сердца всех христиан расположил к Израилю, а сердце Израиля расположил ко всем христианам, и чтобы все молились друг за друга, и чтобы все стали одно в Иешуа, во Христе. Спасибо, мои дорогие, что вы посмотрели это видео. Благословений вам, мира вашему дому, шалом. А я люблю вас и от всего сердца благословляю. Пусть ваше сердце будет наполнено миром и радостью. Пусть Божья любовь наполняет вас всегда и ваши дома. Пусть счастье будет в стенах вашего дома, и всякая нужда восполняется. Крепкое здоровье пускай наполняет ваше тело, и пусть прекрасные взаимоотношения будут в ваших семьях и со всеми родными, близкими, друзьями. Пускай ваши общины процветают и умножаются числом, а народы будут благословлены Господом Бога, Бога Израиля. Спасибо за это время вместе, благословений и всем шалом!